Сергей Валерьевич и Юлия Матвеева, три моих, кто прошел производственную практику у меня. Так, все трое на всю страну. Вот, один из вариантов, как мы рассуждали долго с Еленой Александровной, где я работаю. Значит, единственное место, подобное моему, у нас Енисей смягчает страшные перепады, слегка на градус на 2, но это очень важно. И еще такое место находится возле Дивногорска. Знаете, что такое Дивногорск? Город этот самый, гидростроители. Вот, город ГЭС и опять не замерзающий Енисей, пусть севернее, но я разговаривал с жителями, когда мы там искали землю для моих друзей. Они говорят, что градусов мороза у нас не бывает. 10 человек сказали, не бывает. Может, 11 сказал бы, бывает, но 11 мы не увидели. Вот. И там расположен сад Крутовского. Ему второй век уже идет так. Ему второй век идет этому саду. Может, и заканчивается второй век. Когда мы там были лет 8 назад, да, где-то лет 6, может, они все еще занимались селящимся яблонем, они все еще закапывали абрикосы, вот они, чтобы они сгнили. С этого ничего не проблем нет. Но если туда устроиться, там можно резко двинуть вперед науку. Вот этот товарищ, да, вот он рядом, то ли Степанов, я уже забыл, толковый мужик, но из простых работяг. Ну, тот, что стоял против плотника. Вот, а приезжали ученые, говорят, приедут, пишут, уедут с садом. Я не заметил никаких этих самых ноу-хау, я не заметил ничего. Вот, если ему верить, он уже не работает, я его не подставлю. Он сказал, приедут, пишут, уезжают пока. Ну, в общем, или это поле деятельности для Матвеева, для Савинич, для Сергея. Но для этого нужно, чтобы там где-то хоть один человек появился, которому действительно нужно садоводство. А за их плечами сами знаете что. И наука, и даже мой питомник, мои клоны. Вот я показываю Елену Александровну. Посмотрите, краса какая. Вот. Каким чудом это самое, ее выпускницу университета или академии, я уже забыл, у университета взяли в свою компанию доктора наук и профессора. Вот. Среди них и даже Ваулин, единственный ученый, с которым я дружу, вот, которого я не подвел. И он меня не подвел, потому что мои саженцы там живы. Вот. Книги по-прежнему никто не берет. Сейчас я уже заканчиваю, Антон Валерьевич. Книги мои по-прежнему лежат, вот они. Берут по принципу в неделю 1-2 книжки, но таким образом нам не перестроиться.